I'ma blow up. Yeah. Боец Warface. Всего за 149 рублей ты можешь получить до 60 тысяч кредитов на свой игровой аккаунт. Warkit.ru. Новый формат кейсов Warface, где решает только твоя интуиция. Каждый шестой кейс бесплатный. Заходи, ссылка в описании. Привет всем, дорогие друзья. Короче, недавно мы катали РМ-ку, вот, и за нас попался читер, который бустил какого-то из парней. Судя по всему, это был какой-то ромб, там не ромб, ешь, не ешь, не помню, в общем, не суть. Не столь это важно. Против нас попалась скобка. Ну, мы решили им помочь, как-то посодействовать, выиграть этого читака, потому что, ну, читеры, не люди, это я уже делал как-то раз ролик по этому поводу. Вот, в общем, мы старались всячески помочь, полили читера на карте, вставили бомбу, взрывались, там и т.д. и т.п. Короче говоря, мы его нагнули. Я подумал, это будет весьма интересно посмотреть вам, да и, в принципе, посмотреть, как возможно выигрывать этих читаков, сливать им катки, сливать людей, которые бустятся за бабки. Ну, в общем, суть вам ясна. Я надеюсь, что вам этот ролик понравится или будет как-то интересен. Если он вам зайдет, то, в принципе, иногда, очень редко, но можно записывать такие каточки. Если, ну, просто такие попадаются редко, вы сами это прекрасно понимаете. Но все же. Ну что ж, желаю вам всем приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее. Ах, да. Ну, конечно же, будет мат. И, кстати, да, на фоне я курил кальян. Не задавайте этих лишних вопросов, что там бурлит и т.д. и т.п. Вот смысл, если ты реально палишься, но при этом думаешь, что ты не палишься, блядь. Ну что, он палится? Понятно, что он палится, но зачем, почему он так зайдет, ебало сломает? Вот зашел, ебало сломал. Ну да, это же его заебало, это все, блядь. Установите бомбу. Раунд начался. Нажмите F5, блядь, ебаные инвалиды. Бомба взята. Кирилл нажал, с ним чпок играем. О, нормально. Мы все равно выиграем, мы пустим. Установите бомбу. Убирай бомбу. Бомбу забирай. Веди на двойку ставь. Бомба взята. Бомба установлена. Противник обезвредил бомбу. Раунд проигран. Бомбу. Бля, я не успею взять Костян, он ближе. Я забыл. Раунд начался. Напиши, я на двойку иду. А чит прям за тобой. О, найс. Ставь, Костян. Бомба установлена. Мы проиграли. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Подсади меня вместе с ним, если он сейчас пойдет наверх. Раунд начался. Подсади. Но он не пошел. А, не пошел. Блин. Его стопим. О! Слышь.
никуда не будешь тянуть, я сольюсь. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Опять же, так же, пацан, дашь мне? Раунд начался. О, най! Че, умираем? Граната! Кидаю гранату! Браво, уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Последний раунд. Раунд начался. Это трудный самый. Это не идет. Иди беги за ним в подвал. Подвал беги за ним. Быстрее стреляй в него просто. Беги в упоре, стреляй в него. Ну пиши тогда ты. Опять вверх пошли. Быстрей. О, нихуя его въебали. Все, мы проиграли. Осторожно, граната! Опять жми. Бомба установлена. Граната пошла! Античит. Нормально, помогли. Ну потому что, блядь, на пидорасы, блядь. Античит. Мы античит, мрак. Мы и есть мрак.